Астана вошла в топ-21 самых интеллектуальных городов по версии Intelligence Community Forum, пишет «Казахстанская правда». В основе оценки рейтинга учитывали обеспечение необходимой цифровой основы для экономического роста и широкополосное подключение к сети. Объединение цифровых технологий с доступом и мотивацию внедрения цифровых технологий, а также удовлетворение спроса специалистов, которые могут повысить ценность за счет знаний и цифровых навыков. Кроме того, учитывали создание роста за счет инновационных партнерских отношений и инвестиций в умный город, а также улучшение качества жизни и предоставление больших экономических возможностей, расширение взаимодействия с цифровыми инструментами и многое другое. Цель рейтинга – помочь инвесторам, правительствам и регулирующим органам отслеживать привлекательность городов как центров для новых технологий, инвестиций, продуктов путем измерения их системы регулирования, уровня развития инноваций, роста в области науки, технологий, энергетических систем, машинного обучения, безопасности и развития финтеха. Также Астана заняла 64-е место в рейтинге умных городов Smart Centers Index, обогнав Москву, которая находится на 68-м месте, Варшаву и Рим. Запуск терминала в порту Курык мощностью 1 000 000 тонн в год с единовременным хранением 25 тысяч тонн зерновых культур планируется в 2023 году после проведения электросетей и строительства железной дороги. В настоящий момент степень готовности зернового терминала составляет 80%. Об этом пишет Forbes Казахстан. Аким области Нурлан Ногаев встретился с представителями компании Каспи Грейнвей, занимающейся строительством зернового терминала. Было отмечено, что реализация проекта позволяет создать 30 постоянных рабочих мест. Запуск терминала позволит повысить конкурентоспособность транспортного маршрута, увеличить грузопоток, нарастить экспортный потенциал и усовершенствовать процесс разгрузки перевозок через порт Курык. Это повысит транзитно-экспортный потенциал страны и будет способствовать развитию отечественного малого и среднего предпринимательства, сказал Ногаев. По его словам, зерновой терминал очень нужен региону. В связи с этим необходимо обеспечить отсутствие препятствий в ходе выполнения проекта. Если есть какие либо проблемы, ответственные специалисты должны принять оперативные меры в рамках действующего законодательства. Последствия изменения климата могут нанести Германии ущерб на сумму до 900 миллиардов евро к 2050 году, говорится в исследовании, опубликованном Министерством экономики и защиты климата Германии и Министерством окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей, пишет Синьхуа. Изменение климата уже сегодня имеет серьезные экономические последствия. Каждый евро, вложенный в защиту климата, снижает экономические затраты, которые могут возникнуть в будущем в результате экстремальных явлений, сказал статс-секретарь парламента ФРГ Штефан Винцель. По последним данным немецкой перестраховочной компании, в 2022 году ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия нанесли ущерб странам всего мира на сумму 270 миллиардов долларов США. Хотя эта цифра меньше, чем в 2021 году, тенденции последних лет показали устойчивый рост потерь, отметили в компании. Ущерб в 2022 году был вызван главным образом событиями, которые были более интенсивными или происходили чаще, чем в предыдущие годы. Немецкая Национальная академия наук призвала правительство ускорить преобразование энергетической системы страны, чтобы помочь достичь цели парижских климатических соглашений как в Германии, так и в Европе. Проливные дожди, которые были причиной нехватки продовольствия в Австралии, также способствовали росту экспорта сельскохозяйственных культур. По прогнозам, фермеры страны получат в этом году самый большой урожай в истории, сообщает Рейтер. Ожидается, что производство ячменя станет третьим по величине за всю историю наблюдений. Нам невероятно повезло, такой высокий урожай производства, безусловно, связан с дождями, а также с тем, что дожди идут в нужное время. Если бы осадки выпали немного позже или вовремя не высохли, мы могли бы потерять свой урожай, сказал Тони Бачич, директор Института сельского хозяйства и продовольствия в Мельбурне. Однако он добавил, что в ближайшие месяцы ожидаются более засушливые условия из-за ослабления климатического явления под названием Ла-Нинья. За последние несколько лет последовательные периоды Ла-Нинья привели к снижению глобальной температуры и принесли проливные дожди в такие страны, как Канада и Австралия. На собственное производство продуктов питания в Австралии также повлияли экстремальные погодные явления. Зато в этом году, по прогнозам Австралийского бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов, экспорт сельскохозяйственной продукции до конца июня достигнет рекордных 75 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.